Мы живем в эпоху серьезной информационной войны. Против нас работают целые отделы, работают различные агентства, работает очень много купленных людей, заангажированных людей и так далее. Конечно, нашей стране надо противостоять. В первую очередь контр какими-то действиями. Если идет пропаганда в нашу сторону, то мы не меньше должны пропагандировать свои собственные установки, убеждения или планы. Это естественно, так должна бороться страна за свое будущее, за свою независимость, за свои идеалы. Поэтому тут даже обсуждать нечего, я считаю. Надо пропагандировать. Если у нас есть, если мы имеем свои собственные какие-то наметки на будущее, допустим, если мы согласились с какой-то программой правительства и так далее, если нашего президента поддерживает там чуть ли не 90% населения, значит, в принципе, народ имеет право на то, чтобы сказать, что раз большинство хочет так, то мы будем эти ценности нести в мир дальше. Мы имеем право на них настаивать. Если бы у нас было 50 на 50 мнение, тогда сложно было бы определиться, что является главным для страны. Но так как у нас все-таки страна достаточно монолитная и однородна, мы можем нести свою точку зрения и пропагандировать ее.